Астропрогноз на 8 августа. Овен, если вы давно планировали поход к начальству, то сегодняшний день как нельзя лучше подходит для этого действия. Телец, день отлично подходит для деятельности в саду или по хозяйству, а также для загородного отдыха. Близнецы, не бойтесь поездок по работе, они принесут много новых знакомств и связей, а также уважение коллег. Рак, спонтанность в решениях – это то, что сегодня вам необходимо. Не бойтесь отступать от намеченных планов. Лев, вам важно заручиться поддержкой влиятельных людей. Это поможет быстро подняться по служебной лестнице. Дева, сегодня звезды советуют вам быть в центре событий, как профессиональной сферы, так и развлекательной. Это поможет извлечь максимум положительных событий. Весы, вам предстоит серьезная беседа, к которой вы должны быть готовы. Скорпион, сегодня в ваш адрес посыпется целая куча комплиментов и презентов, и это от человека, к которому вы неравнодушны. Стрелец, важно не давить на людей и не ожидать от них быстрых решений. Это даст время и вам, чтобы обдумать все варианты развития событий. Козерог, от вашего энергетического запала на работе будет зависеть очень многое. Не только выполнение плана, но и благополучие в семье. Водолей, день отлично подходит для обустройства жилища, покупок и всего того, что связано с уютом в вашем доме. Рыбы, чтобы с вашим избранником все складывалось хорошо, стоит больше времени уделять совместному времяпрепровождению и быть мягче к недостаткам второй половины.